Снова всем привет, дорогие друзья. Продолжаю играть с Seven Days to Die. Буквально вот 36-й день, как раз после Орды, я решил объехать торговцев. И вот во втором городе, во второго торговца нашего, обнаружилось поблизости задание третьего уровня. В таком доме мы, по-моему, с вами уже были. Здесь, если память меня не изменяет, топовый лут где-то здесь вот находится, под землей. Но не будем торопиться. Я думаю, что мы сейчас зачистим этот дом, несмотря на то, что ночь близится. Когда мне это мешало, да? Из нововведений я решил использовать стальную дубину, которую мы нашли с вами в луте после Орды. Оказалось, она по урону гораздо лучше, конечно же, чем моя каменная дубина. Ну и посмотрим. Попробуем ее использовать. Чинится она, конечно, уже не камнями, а ремонтными наборами. Но их у меня много. Это задание третьего уровня, напоминаю. То есть здесь, в принципе, мы не должны столкнуться с большими какими-то проблемами. Единственное, что у меня нет антибиотика, я забыл взять. Смотрите, с одного удара даже не по голове. Мы эту зомбячку вынесли. Так, и все, что ли, она здесь одна была? Но я сейчас отвлекаться уже на стройматериалы не буду, потому что, как бы сказать, я направлялся вообще-то в тот большой город с торговцем. Сейчас только мусор проверю. Вот. Ну, потому что там у нас задание четвертого уровня. Наш, кстати, торговец, который в нашем основном городе, тоже выдал на четвертый уровень задание. Может быть, я его тоже сделаю по пути. Если ничего такого криминального сейчас не случится, тут меня не выхватят. 53, ну давайте возьмем. И, кстати, купил я 8-кратный прицел на снайперку сейчас вот у торговца. Заменил сразу. Так. Стамину жрет она, конечно, со страшной силой, эта дубина. Так, водичку возьмем. Остальное все нахрен. Забиваться хламом не будем. Сейчас спим. Такая сидит. Так, что у нас здесь? Книжка неизученная. Ну, полезная. Давай продадим. Продажа пойдет. Нам не надо. Залазь, залазь. Нанес я краску на наш топор. На магнум тоже нанес краску. И на нож. Ну, у меня она лежала. Думаю, что бы не покрасить. Думал, может быть, урон все-таки повысится. Но нет. Здесь у нас никого. Всякая ерунда. Кофе, конечно, заманчиво, но нет. Таскать с собой этот клон я не хочу. А это дикая была дама. Притаился такой в туалете, здоровячок. Ну, смотрите, как он вынес дверь. Фактически он бы за два удара ее и разломал. Скорее всего. А здесь никого. Еще красочка, но... Блин, давайте куда-нибудь я ее нанесу. Что-то прикололо меня красить оружие. Так, патроны забираем. А этот хлам мне не нужен.
патроны тоже забираем. Так, на что бы нанести? Давайте попробуем на снайперку. Вот такая у нас будет теперь снайперка. Так, хорошо. Что у нас тут? Тут у нас ни хрена. Вот шкафчики залутаем. Задание у нас, кстати, зачистить. То есть, по-любому, нужно все здание будет обойти. Так, а здесь патрончики. Блин. Ну, полезно. Все это полезно. Так, это у нас куда? На балкон. Так, а здесь птичка. Ага. Разрядился револьвер наш. Птичку мы уничтожили. Идем дальше. Там сейчас снизу попрут. Давайте-ка мы лучше возьмем автомат. Они тут спавнятся и сразу агрятся. Блин, автомат разрядился. Какого хрена? Трое. Только трое? Нет. Какая-то замедленная, очень замедленная перезарядка. Я установил, конечно, здесь модификации, но не думаю, чтобы это так сильно прям влияло. Давайте лутаться. Так, ну это на продаже. Но лутаться, наверное, лучше позже, потому что дело-то к вечеру. Сейчас здесь сверху посыпятся, да. И она не одна здесь. Она дикая, да? Да. Я так и успела ударить, тварь. Но она здесь вроде бы не одна. Неужели одна? Странно. Ладно, давайте в подвал. Потому что там прямо-таки весело. Уровень. Отлично. Вот там вот сейчас наспаунится. Вот в этой комнате. Вон в дальней. Я был в этом доме. Не помню, на запись или нет. Но здесь сверху кто-то. Да, вот они. Смотрите, они стоят и почему-то не агрятся. Мы их можем смело вот так вот пострелять. Вот и все. А, зачистить еще не выполнено. То есть кого-то я где-то пропустил. Пойдемте смотреть. А кого я пропустил? А, вот здесь вот еще. А, вот он. Еще не все. Наверху мне показывает. 20 метров. Пока ночь не наступила. Я думал, что я не управлюсь до наступления ночи. Оказывается, все проще. Но если не отвлекаться, конечно, на лутание всякого хлама, то все просто. Вот он. Красавчик. Дубина это по ощущениям даже тяжелее, чем наша каменная. Не знаю, как это передать.
На видео, наверное, будет непонятно, но вот в игре прямо чувствуется. Давайте масло заберем. Но осталось лутать. Давайте сожрем даже конфетку. У меня их целая куча. Топовый лут, он там внизу в подвале. Сейчас мы здесь пробежимся. По вот этим вот местам. Хлам не берем. Ну, воду давайте возьмем. Еду, воду я, пожалуй, буду собирать, потому что у меня с собой, конечно, есть еда, но она не бесконечная. Рецептик. Уже известный. Так. Ну, всякий хлам. Всякий хлам. Еду давай. Вот и ночь наступает. Но мы благополучно зачистили это здание, и бояться нам, в общем-то, нечего. Я говорю, давай еду, зараза. У меня даже там какие-то скиллы были вроде бы на то, чтобы больше еды выпадало. Распределил я, кстати, очки, которые у меня там были, 4 очка, по-моему, в восприятие. Нет, не восприятие, вру. В стойкость вложился, там навыки на регенерацию, на уменьшение расхода еды, такое, я считаю, полезное. Это мы осмотрели, здесь у нас хлам. Все это хлам. Давайте залутаем еще. Вот здесь вот. Блин, книжки все известны. Уже я столько книжек выучил, что... И, кстати говоря, на Орде я потом посмотрел. Опять забыл я показать статистику, но... Примерно 300 зомбаков пришло на 5-й Орде. Так, таблеточки возьмем. У меня нет с собой почти никаких лекарств. Это сразу съедаем. Нет, не буду этот хлам брать. Патрончики можно взять. Не знаю, много ли это или мало, 300 зомбаков, но вот это первый раз, когда я хотя бы приблизительно могу их сосчитать. Улицы кто-то уже прется. Так мы не успеем до топового лута добраться такими темпами. Так. Ну, железо можно взять. Это даже я не знаю. Ломаем. Блин. Нет. Спасибо, не нужно. Все, бежим в подвал. Я сказал, бежим. Здесь у нас 1,5 минуты осталось. Так, ну это можно позже на обратном пути. Давайте сразу к топовому луту. Он у нас... Вот он. Кислота. Так, 6-й лук берем, патроны берем. Это нафиг.
четвертое копье. Давайте возьмем. Так. Хлам. Вот прям хлам, даже брать не буду. Купил я, кстати, чертеж на запчасти автожира у торговца. Так, книжечки полезные. Снижает выносливость. Ага, при прицеливании, понятно. Заряжает оглушающие жезлы. Но мы не пользуемся, да? Для коллекции я выучил. Модификацию забираем, патроны забираем. Это нам барахло не нужно. Топовый лут мы взяли. Давайте теперь уже мелочи долутаю я и, наверное, эту серию буду заканчивать. Еще краска. Что мы еще можем покрасить? Давайте попробуем коллаж. Сейчас не очень хорошо видно тут в темноте. Какого он цвета? И он разрядился, кстати, из-за этого. Как и снайперка наша, я подозреваю, да. Так. Что тут еще осталось? Тут еще мусор. Да, это не тот дом, который я думал, где лут можно выкопать. Немножко я ошибся. Но то, что я в этом доме был, я все-таки запомнил правильно. Так, ну меня услышали там сверху. Кто-то где-то уже там ломится. Вот это давайте заберем. Ну, порох я заберу, пожалуй. И патрончики заберу. Все. Выходим. Так, вспомнить бы еще, где выход. Вот здесь, по-моему, можно выйти. Да блин, да что ж такое-то, он разряжается. Слушайте, ну это какое-то замедление. Я не знаю, как будет в итоге на видео. Вот сейчас, когда вот эта зомбечка напала, прям очень характерно было такое замедление. Даже не знаю, с чем связано. Первый раз я такое вижу. И это не по FPS проседание, это именно какое-то замедление игры. Посмотрим, что там на записи. Ну а на этом я с вами прощаюсь. Спасибо за внимание и до новых встреч.